Приветище, это скреп-механик, и мы продолжаем нашу большую стройку и выживалку. В прошлой серии мы все-таки одолели красного гигантского бота и заполучили ключ-карту. Вот такую вот ключ-карту, которая позволит нам взобраться, где это здание? Вон в то здоровое здание. А именно, при помощи этого ключа мы сможем зайти в лифт, который поднимет нас на все остальные этажи. Короче, это большое здание, это склад огромный, в котором что-то есть. Но туда сегодня мы не побежим, мы оставим это на сладенькое, на концовочку. Очень много кто расстроился, говорит, мол, ну вот, ключ-карту ты получил, теперь скоро финал, а игра только началась, так быстро. Короче, не паникуй, мы еще дом-то не достроили, у нас куча идей еще было. Во-первых, водопровод сделать. Очень много народу говорило, чтобы я все-таки дотянул огромные трубы от озера, вот от этого озера, до моего огорода. То есть сделал огромный водопровод. А также я обещал, что в этой серии мы сделаем стеклянный лифт. Нормальный лифт, а то вот это все что-то зашкварили. Говорят, фуфловый лифт какой-то, хотя мне нравится. Также нам в прошлой серии роботы отстрелили контроллер, которого тут вот висел. И теперь у нас лифт не работает без контроллера. Нужно срочно его сделать. Пойдем его сделаем. Вот он наш контроллер. Слава богу, на него все ресурсы есть. Все, он у нас делается. Ну, а мы бежим разбирать весь этот лифт и все, что к нему относится. Пока разбирал всю эту конструкцию, уже наступила ночь на дворе. Сколько времени? 20:38. Это означает, что через 3 часа 17 минут к нам прибегут роботы. Боезапас картошки у меня есть. 63 картошины. Так что бульбострел у меня готов отстреливаться. Короче, придумал тут одну идейку. Сейчас сделаем рабочий свет. Вот это вот отрываем. Опять приходится прибегнуть к распилу своего трактора. Ну как распилу? Просто отдираем какие-то деталюшечки с обещанием вернуть все на место. Значит, вот, тут у нас стройка. И здесь мы делаем рабочий осветительный прибор. Как-то надо повыше сделать. И вот так вот воткнуть. Во! Ну-ка. Ну, пойдет. Пойдет. Всяко не в темноте работать. Кривенько, правда, но это же все равно временно. Через 15 минут к нам прибегают гости. Захаваем томат. Достаем ствол. И готовимся. Вся проблема в том, что вниз мы уже теперь не сможем опуститься, поскольку лифта у нас нет. Только падение. Только падение и свободный полет. О, бегут. Бегут, бегут. Сейчас будем их отстреливать, этих мутантов. Один готов. Второй тоже. Третьего не видно, засранца. С этой стороны он тоже стоит. Весь прикол в том, что когда ты перезаходишь в игру, все волны обнуляются и приходится по-новому эти волны наращивать. Так что до красного бота нам еще далеко. А теперь можно приступить к постройке лифтовой шахты. Вот же ж я экстремал, а. Просто капец. Бегаю вот по таким вот маленьким досочкам, которые могут отвалиться нафиг. Ну вот, удлинили технический этаж. Если это можно назвать техническим этажом. Он какой-то дырявый у нас получился. Нам нужно теперь придумать, как мы будем крепить лебедку. Я думаю, что нам нужно сделать, знаешь что? Вот такую вот штуку высоченную. Вот такую вот прям высоченную. Это будет типа крюк. Временный крюк. У меня все временное. А все временное вечно. Может быть, так и оставлю. Ху-ху. Не, шучу. Все потом переделаю. Это будет тестовая... Как это? Лебедка. О, тестовая лебедка. Значит, давай поставим здесь поршни. И посмотрим, какой длины нам нужно сделать вот эту стойку. Таких стоек будет несколько штук. Поэтому мы сейчас выверяем высоту. И мы уже видим, что этого недостаточно. Надо еще выше поднимать. Ну вот, получается, что нам нужно поднять вот эту опору. Сколько там? Раз, два, три, четыре, пять блоков.
Высоту 5 блоков и плюс еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну вот примерно где-то 12. 5 плюс 12, это у нас получается 17. Значит, будем сейчас наращивать. Повыше встаем. Блин, не шиб сдануться бы отсюда нафиг. Раз, блок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вспоминаем Майнкрафт, запрыгиваем. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Во, все готово. Прыгаем вниз. Вот это убираем. А вот это разбираем. Ну вот, высота вроде бы годная. Только вот этот крюк такой страшный. Очень страшный. Как виселица. Сейчас я вот так обойду, смотри. Вот. Стрёмно. Бежим, короче, за контроллером. Контроллером. Все это подсоединяем и пробуем опустить это все на землю. Контроллер, да, вот он, контроллер. Отличненько. Переключатель забыл. Нам нужен еще переключатель. Есть у нас тут переключатель? Нету переключателя. Обидно. Пойдем в тачке поковыряемся. Где-то у нас... Что это такое было? Как будто что-то у меня оторвалось там в квартирке. Переключатель есть здесь? О, тут контроллер был. Зря сделал. Так. Во, переключатель. Отлично. Вытыкаем переключатель куда-нибудь посерединке. Вот так. Теперь все подключаем к нему. Блин, у меня было с собой 3 переключателя. Я их просто не запалил. Теперь у меня 5 переключателей. Полный карман переключателей. Как настоящий электрик. Значит, поставим его здесь. Теперь подтыкаем к контроллеру. И тестируем. Тестовый запуск номер 1. Черт подери. Я забыл поршни подрегулировать. Все подрегулировал, опускаем. По-моему, все четко, хотя нет, высоты не хватает. Надо опуститься срочно. Сейчас, короче, вот, допустим, у нас лифт вот такой вот высоты будет. Ставим сюда кресло, значит. Вот, садимся. А как это? Блин! Блин! Черт! На кой черт сел сюда? Переключатель-то все равно нету. Ух, сейчас упаду, ладно. Давай быстренько попробуем запрыгнуть туда. Да, ух, вот это я Бэтмен. Я не упал в пропасть. Очковый аттракцион получился, вообще капец. Реально, мне надо тут аттракционы делать. Открыть свой парк аттракционов. Значит, подключаем кресло к переключателю. И, наверное, еще вот так вот надо сделать, подожди. Здесь вот тоже переключатель поставить, его тоже подключить на всякий пожарный. Вот. Теперь садимся. И вниз. И вниз не получилось. Потому что я опять лоханулся. Черт, подери. Надо этот... затвор перенастроить. На ОР. Теперь точно все получиться должно. Поехали. Опа! Четко. Хотя не совсем четко. Чуть-чуть высоты нам не хватает. Еще один поршник добавить, что ли? Вот это я поднимаюсь, опускаюсь. Вот это скорость, да? О, кажется... Кажется... Что-то пошло не по плану. Подожди, если я сейчас подниматься буду и выпрыгну. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-ру. Хо, я даже за руль не потратил. Круто. Вот это аттракциончик. Правда, он там заглючился немножечко. Надо уменьшить скорость. Ну, короче, погнали наверх. Капец, ты посмотри, как это все вернулось обратно. Надо опустить. Подожди, опускаем. О! А теперь поднимаем. Давай, не поднимается. Логический затвор слишком далеко, и поэтому вот эта штука не реагирует. А если мы пониже чуть опустимся, поставим здесь. Дарей. Должны дотянуться вроде как. А может и не должны. Не, не дотянемся. И как шлепово быть? Ладно, смертельный номер. Надеюсь, у меня получится сесть на кресло. Ю-ху! Если не получится... О! Если не получится, то мне кранты будет. Это не получилось. Слету хотел на кресло сесть, но никак. Шлепнулся. Так, ладно, поднимай меня наверх. О, прикинь, тоже не работает. А что не работает? Почему не работает? Что за фигня? Какие-то проблемы. Хьюстон, у нас сложности. Нифига не работает. Блин, сейчас боты прибегут, они же расшатают вот эту всю фигню.
Вроде все подключено, все пучком. Но не работает. Сейчас еще раз здесь протестю. Если не будет работать, то нафиг его отсюда уберу. Короче, пошел он в пень. Нифига не работает. Давай прыгать, значит... Ай-я, не получилось. А, вот и дубина. У меня просто вот этот переключатель кресла не подключен. Ёк-макарёк. Вот и все. Все работает. Все как надо. Хо-хо. Я, короче, сделал еще один поршень. Ну, на всякий пожарненький. Какой прекрасный вид, чтоб бургер заточить. Съедаем бургер, а то уже живот сводит. О, да. Так, значит. Значит, я там сделал еще один поршень. Поршень, поршенек. В лифтик мы воткнем. Куда он уехал-то? Уехал поршень. Где-то здесь, вот он. На всякий пожарный сделал, потому что мне не очень нравится, что мы до конца не доезжаем до земли. Хотя, может, это и хорошо. Я же убийца могу, правильно? Вот это все мы демонтируем. Так, подожди, не так, не так. Вначале вот это демонтируем, потом вот это вот все демонтируем. Ставим сюда, значит, последний поршень. Его даже апгрейживать не нужно. И, пожалуй, везде надо скорость выставить. Скорость выставлена. Теперь нам можно делать сам лифт из стекла. О-хо-хо-хо. Стеклянный лифт. Пойдем, материал возьмем. У меня там был кое-какой материал. Из такого крестового стекла. Где-то он здесь лежал. Вот есть обычный. А вот есть вот такой крестовой. Вот из него попробуем сделать. Ну а чё, он у меня просто лежит, и я даже не знаю, куда это стекло применить. Будет лифт из него. Ну вот, поскольку мы знаем расположение лифта, мы можем теперь спокойненько сделать туда дорожечку. Прямо к этому лифту. А нижнюю часть можно теперь разбирать со спокойной душой. Все тогда переживали, ну вот, до лифта, чтобы дойти, нужно по лесенкам спуститься. Ну что это за деревенщина? Колхоз какой-то. Ну вот, теперь у меня прямая дорожка до лифта будет. Ох, сколько времени потрачено на создание этих ступенек. Как я морочился. Причем часть этих ступенек падает вниз, надо будет потом спуститься и подобрать. Вон, смотри, сколько упало. Потому что никак не подлезть и все не убрать. Ну вот, теперь ступенек нет. Ох, мусор, мусорок. Надо убрать же за собой. Вот эти все деталюшки, которые еще тут валяются. Тут куча металла еще. Это не мое. Вот смотри, сколько металла. Это все от роботов. Пускай сами убирают. Отличненько. Наш подход к лифту готов. Теперь можно спокойненько тут его делать. Лифт у нас будет 6 на 6. Я думаю, что я влезу туда своим жирным попцом. А если не влезу, то это будет печаль. Слушай, а почему я делаю... А крышу лифта прозрачной. По идее же прозрачные лифты, они сверху и снизу, они непрозрачные. Ну вот, опоры готовы. Теперь, значит, нужно сделать пол. Блин, это будет сложно. Вот такая коробка получилась, но прикол весь в том, что я туда не влазю. Слишком большой. Не жирненький, а большой, в смысле, длинный. Только если на карачках вот так вот сюда. Забавно. Короче, получилось у меня туда влезть. Я туда теперь спокойненько захожу. Но вот не выхожу. Никак выйти мне не получается, если я не присяду. Это здесь комфорт. Некомфортно мне так. Надо бы лебедку просто поднять еще повыше, и тогда вся проблема решится. Разбираем, короче, стеклянный лифт. Как нам решить проблему? Мы берем лебедку, разбираем начало, едем наверх. Тут майнкрафтим чуть-чуть, чтобы до самого верха запрыгнуть. Вот так вот. И лебедку поднимаем на 2 секции, на всякий пожарный, может даже на 3. Сверху блок, и все это цепляем сюда. Блин, получилось на 2 блока. Не, негодно. Опускаемся вниз. Еще пару поршней забираем с собой. Ютрин, батень! Что ж такое-то? Все, мы вернулись. Значит, делаем так, потом вот так. И вот теперь все. Вроде бы все зацепили. Вот это можно теперь убирать. Ой, 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 стой, 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 стой. Черт. Нифига не зацепили. Все пошло не по плану. Пойдем срочно доставать сварочный аппарат.
Без него никак, походу. Главное, чтобы вся эта конструкция не рухнула вниз. А то потом геморно доставать будет. Где мой сварочный аппарат? Он где-то здесь лежал. Надеюсь, он нас спасет. Сварочный аппарат? Нет, его здесь нет. А куда я его положил? Дрявая моя башка. Куда я его сунул? Подожди, может быть, он внутри? Или... где-то здесь? Где-то здесь? Вот он, наш сварочный аппарат. Отлично. Берем, значит, нижнюю часть и цепляем ее вот сюда, вот так. О! Все срослось, все получилось. Ничего не упало. Здорово. Блин, без света вообще ни черта не видно. Сейчас лупанем его сюда. Все токи. О, вот так всяко лучше. Да что ж ты будешь делать? Там уже второй раз шлепнулся с такой высоты. Здорово. Не ломай тут мои предметы, а? По-братски. Ну вот, еще больше железяк теперь стало. Зачем я его вырубил? О, а вы тут что делаете? Пошли вон с моего... Хотел сказать огорода. О, меня вырубили. Шикарно. Вот это я нарвался. Подъем! Сейчас глубокая ночь, но подъем. Сколько времени? 3 часа ночи. Пошли забирать свое добро. Кавабунга! Да что такое? Опять шлепнулся. Э, мучитель! Мучитель, вон он бегает где. О, шлепнулся. Сейчас его лупанем, пока он тут фигней страдает. Все, забрали свое шматье. Самое главное, конечно же, стекло. Верхняя часть нашего лифчика закончена. Теперь делаем боковые опоры. Вот это другое дело. Ты посмотри, какой у нас будет здоровенный лифт. Туда можно жирафа запихнуть. Блин, может быть его побольше сделать, а? Давай поширше. С каждой стороны по одному блоку набавим. Во, вот так уже посолидней. Больше похоже на лифт. Вот это убираем, значит. Делаем теперь нижнюю часть. Ну чё скажешь? По-моему, получилось вообще огонь. Осталось только стеночки доделать. И, в принципе, все. Стеночки у нас будут вот из такого стекла. Но выглядит уже прикольно. Такой заходишь в лифт, смотришь вниз, а там пропасть. Хо-хо, круто. В общем, лифт у меня готов почти. Не хватает только дверей и еще одной изюминки. Ночью в лифте не покатаешься нормально, поэтому, конечно же, здесь нужен светильник. Во! Поярче, пожалуйста. И сейчас мы его еще перекрасим. Краска есть у меня? Есть! В белый цвет. Только что-то как-то светит он. Не айс. Ну, хотя, пойдет. Не нравится мне только, что он торчит. Может быть, его куда-нибудь сюда воткнуть? Во, смотри, по-моему, так намного круче. По-моему, вообще годнота. Чётенько. Так, значит, теперь мы берем переключатель, чуть ниже его надо опустить. Вот так вот. И подключаем к нашему логическому затвору. Вот так вот. О, готовенько. Давай спустимся вниз. Ё-моё, вот это... свободное падение. Хорошо, что потолок есть. Так, а что? До низа мы не доехали. Угу. Тут десантироваться нужно. Так, подожди. Смотри. Вот это прикол. Из-за того, что у меня дно прозрачное, стеклянное, я все освещаю здесь. Круто. Такой фонарь. Сразу видно, где лифт стоит. Так, короче, мне нужно немножечко еще поршень прокачать, чтобы опускался он до низу. Сейчас попробуем это реализовать вот таким вот образом. Ну-ка. Прокачиваем. Еще ниже. Чуть-чуть не хватило, прикинь. Короче, нужен еще один или два поршня, чтобы все было четенько. Для этого нам нужно собрать мусор металлический, благо его у меня тут достаточно, потому что металл у меня уже закончился. О, смотри-ка! У меня, кажется, вот этот поршень не раскрылся как надо. А чё это он не раскрылся? Странно. Очень подозрительно, я бы даже сказал. Чё это он не раскрывается? У нас какие-то проблемы с поршнями. Поднимаемся наверх. Всё, мы на месте. Подключаем еще вот этот вот
переключатель. Проверяем. Ага, все работает. Так, значит, давай смотреть. О, он, смотри, он у нас до сих пор глючит. Ну-ка. Не хочет что-то нормально работать. Вот как это так? Скорее всего, вот этот поршень, он как-то компенсирует вес. Либо он не подключен. А, он не подключен. Вон оно что. Теперь все стало на свои места. Так, вот этот подключен. Вот этот вот подключен. Раз, два. Третий. Вот, все. Теперь точно все. Все четко. Опускаем. Во! Все работает. Поднимаем. И смотрим, насколько мы теперь опускаемся. Почти. Вот теперь нам точно не хватает всего лишь одного поршня. Ну все, наша контрольная панель настроена. Также можно вызывать лифт отсюда. Это очень здорово. И теперь мы приступаем к нашим дверям в лифте. У нас есть два поршня, которых я только что забрал. А еще мне кажется, что нам нужно побольше стекла. Короче, в общем, у меня тут проблемы со стеклом, поэтому будем использовать кое-что другое вместо стекла. Сейчас воткнем вот сюда логический затвор. Сюда, потому что у нас передок перевешен. И когда лифт поднимается, он бьется. Логический затвор, конечно, не сильно исправит эту ситуевину, но все же посмотрим сейчас. Ну-ка. Во! Получше стал. Это хорошо. Цепляем сюда деревянный блок. Это пока временная мера, потому что стекла у меня больше нет. Надо ехать за янтарем. Значит, подцепляем это все к нашему логическому затвору. Итак, представляю вам мою новую разработку Lift 2.0. Пойдем покажу. Пойдем покажу, как это все работает. Смотри, кнопочка отпирает двери. Мы заходим сюда. Закрываем двери. Конечно, надо подумать. Скорее всего, здесь нужно сделать лазер, чтобы двери автоматически закрывались. Да, так будет лучше. Но это уже в следующей серии. Короче, двери закрылись. Мы опускаемся. Вот таким вот образом. Все четенько у нас опускается. Прям до травы, как надо. Отпираем двери, выходим. Нюхаем траву, наслаждаемся природой. Если нам надоело, то мы забегаем обратно, закрываем двери и поехали наверх. Вообще шикарно. Просто обалденно. Все, приехали, открываем двери и выходим. Осталось только заменить вот эту дверь на стеклянную, когда у нас стекло появится, и подумать насчет лазеров. Но так, лифт готов, и, по-моему, получилось все как надо, прям как настоящий. Если тебе понравился лифт и ты обожаешь Scrap Mechanic, то с тебя лайк под этим видео и подписочка, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видоса. Ну а на этом все. Пока. Увидимся в следующем видео.